Самарцы все чаще обращаются в частные клиники. В прошлом году платными медицинскими услугами воспользовались на 15% горожан больше, чем в 2011-м. В связи с этим вопрос, как выбрать надежный медцентр, приобретает все большую актуальность. В Самаре сейчас функционирует около 2000 частных разнопрофильных медицинских учреждений. И к репутации только 100 из них нет серьезных претензий. Этот и другие вопросы специалисты обсудили на круглом столе, организованном информационно-деловым порталом 63.ru. По мнению участников, частная медицина гарантирует потребителям хороший сервис, отсутствие очередей и индивидуальный подход. Главное здесь не ошибиться с клиникой. Первое. Все медицинские учреждения и организации, если мы говорим о частной медицине, имеют лицензии. То есть как минимум качество государство гарантирует. Все остальное зависит от вашего взаимодействия с конкретным врачом, конкретной медицинской организацией. Поэтому интернет, друзья. Зашла речь о ценообразовании. Частные медики считают, что прейскурант в коммерческих центрах нисколько не завышен. И, как правило, в большинстве случаев соотносится с ценами на платные услуги в государственных учреждениях. Дорогими могут быть только эксклюзивные процедуры. Если мы видим то, что данная услуга востребована, то есть ее люди не получают в государевом здравоохранении, они стремятся это получить в частном секторе, соответственно, спрос будет велик, и, соответственно, и цена будет постепенно, или, может быть, даже скачкообразно, она будет расти. Как только государственное здравоохранение сможет предложить то же самое, ту же самую доступность, то же самое качество, но бесплатно, понятное дело, люди не будут платить деньги, люди все считают свои деньги, они будут стремиться получить это бесплатно, если это доступно. Светлана Гордеева, Максим Юрисов, специально для 63.ру.